и один в поле воин. 6 лет назад сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден решил рассказать о тайных прослушках и слежке, которую США ведут по всему миру. Особо пристально они наблюдают за лидерами других государств. Тогда же Сноуден оказался в Москве, а через 6 лет бывший агент АНБ вышел из тени, написал книгу и дал интервью западному изданию. Зачем? Попытался понять Максим Драгнев. СМИ достали Сноудена раньше. Он на неделе на расхват. Guardian, американские каналы. Все из-за мировой премьеры личного дела. Рекламу своей новой книги Сноуден начал в Москве. Если хотите что-то спрятать, положите на самое видное место. Этой народной мудрости придерживается Эдвард Сноуден. На интервью CBS он приехал на метро. Прятаться не стали. Устроились в угловом люксе гостиницы «Метрополь» с видом на детский мир. Личное дело он поделил на 3 части – детство, карьера в разведке и кража секретных данных. Сноуден пишет, как с детства любил подглядывать за родными, как отец принес домой первый компьютер. Личное переплетается с общественно важным. ЦРУ читает нашу переписку. Ангела Меркель – открытая книга. Ее телефон у американцев был как на ладони. Все это Сноуден узнал, вынося секретные материалы. Их он прятал во флешку размером с ноготь в кубике Рубика, а однажды чуть не попался с поличным. Меня остановили в холле, когда я нес этот старый компьютер. Начальник спросил, что вы делаете? Я честно посмотрел на него и сказал, краду секреты. Мы оба рассмеялись, но именно это я и делал. В 2013-м Сноудена обвинили в госизмене. Доказательства тотальной слежки он передал ведущим СМИ, будь то простолюдин или лидер иностранной державы. Все под колпаком. Они используют те же самые методы, что и хакеры. Это значит, что они попытаются удаленно захватить ваш телефон через уязвимость iOS и Windows. Но в большинстве случаев им это даже не нужно. Они могут просто попросить у Google копию вашего имейла. После этого он прилетел в Москву случайно. Транзитом. Застрял в аэропорту Шереметьево по пути из Гонконга. За слив секретной информации американцы лишили его гражданства и требовали выдачи. Он просил убежище у 27 стран. Все отказали, кроме России. Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Я даже не знаю, вот он же молодой парень, да, как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну вот он у нас сидит пока. Дальше что? А дальше свадьба и счастливая семейная жизнь. Отдельная глава его личного дела посвящена девушке Линдси Миллс. Она уехала вслед за Сноуденом в Москву. Когда она подошла к двери в Москве, вы говорили, что ожидали пощечину? А вы бы чего ожидали? Вот просто представьте, вы женаты, вы убегаете от своей жены. Она видит вас в новостях, видит, что вы в розыске и больше не можете вернуться домой. И вдруг много месяцев спустя вы видите ее. Чего бы вы ожидали? Я ее недостоин. Ей 31, танцует на пилоне, ведет свой блог, увлекается фотографией, хотя в соцсетях ни одного кадра со свадьбы. Подобрали такой ЗАГС, сотрудники которого вообще не интересуются или мало интересуются тому, что гонят по медиа, да, пространству, тем более в отношении него. Там что-то. Есть у нас такие ЗАГСы, где кто такой Сноуден, и знать не знали, и знать не хотят. Не успела книга Сноудена появиться на полках, как Штаты подали на Сноудена в суд за то, что автор не передал рукопись на проверку в разведку США, где его ждет страшный суд. Все, что им нужно сделать, это предоставить так называемую защиту общественных интересов, когда присяжные знают, что случилось, и они решают, было это оправдано или нет. А генпрокурор ответил, мы не можем этого обещать, мы обещаем тебя не пытать. Внимание спецслужб сделало книге бесплатную рекламу. Пока она только на английском. Кстати, русский Эдвард Сноуден так и не выучил. Впрочем, это его личное дело. Максим Драгнев, Александр Зазули, Александр Неклюдов. Программа «Вместе».